Встреча с миниатюрой «Чуткость» подарила много открытий. Да, встреча со стихами перед прослушиванием мелодии обращает очень на себя внимание эта строка, затронув чуткую струну. И первые звуки мелодии – это звучание струн. И летящие, звонкие струны скрипки сначала, они словно бы уносят сердце, далекие, звездные, какие-то сказочные дали. Знакомят с его светом, очень чистым, очень светлым, искрящимся. Знакомят будто бы с истоком, в котором это чувство живет, проявляется. Дарит вот это ощущение светлого состояния сердца, светлого, нежного очень. Затем мы встречаемся со струнами гитары. И сердце понимает, что та первоначальная чуткость звонких, легких звуков, она может отозваться в сердце так же глубоко и таким же звоном, уже более широким, льющимся гитарным, пробуждающим будто бы в сердце ту красоту глубин, которой можно стремиться, соединяя чуткость звезд с чуткостью своего сердца. Мелодия действительно, она неспешна очень, она очень бережна, она очень нежна, она будто бы льется и будто бы по ступенечкам поднимается, очень неспешно, но очень целенаправленно, очень направленно. И вот чудо. Одна гитара уже, благодаря чуткости, зазвучит с другой. Мы слышим дуэт этих двух сердец, которые пробудили свою глубинную чуткость и родили вот это вот состояние счастья, созвучия в самых прекрасных чувствах. У чуда дальше мы слышим духовые, самые разные инструменты, которые начинают чутко созвуча рождать вот это какое-то новое, совершенно небывалое качество. Созвучие, счастливое созвучие двух и трех и дальше сердец. Очень интересно было знакомство сегодня с мелодией, и очень благодарю за возможность знакомиться с такими прекрасными звездными качествами. Повторное прослушивание мелодии, оно подарило вот прямо счастье, такой восторг, что комплекс «Звездная копель» — это какая-то звездная академия чувств, в которой можно учиться бесконечно. Мое сердце при встрече повторной с этим качеством, оно замирает, оно вытягивается в тонкую струночку и хочет утончаться и утончаться еще и наполняться этим светом. Вместе с тем, встреча с этим прекрасным произведением и с этим чувством, оно познает свое сердце познавать. А встреча с этой миниатюрой позволила уловить и ощутить в своем сердце, как живет в нем очень тонкое ликование. Встреча с этим чувством, чуткость, оно приводит сердце в состояние очень светлого, радостного ликования, с которым сердце просто открывается и хочет взаимодействовать очень счастливо и учиться этому.